Всем привет, народ. Сегодня продолжаем проходить Titan Quest Ragnarok. Thank you.
чужак!
Здорово. Да если бы они сами толпой долетают. Идешь, идешь, вроде так, кучками монстры, ничего, ничего. Зашел в лес, а тут вообще жесть полная. Прям толпами лезут. Так, я опять слышу пчелу, мне это не нравится вообще. Здорово, да тут вообще что-то какая-то прям беда. Уровень не то, что прям сильно повышается. Блин, были злые пчелы, сейчас злые воссы, вообще ужас. Yeah.
Ну, не встречал, вроде. Ну, попадали в самом начале трезубцы. Можно это завилы считать? Хз. Брюки мощи. Да, вилами по воде все дела. Не знаю, к броне арахнидов я потерял интерес довольно давно. Она не то, что прям, она буквально в самом начале еще как-то может.
Человек, тебе нельзя здесь находиться. Твои сородичи и так причинили нам достаточно вреда. Но ты отличаешься от них. Ты помогаешь. Может, ты даже поможешь мне еще раз? Мой пруд с каждым днем становится все мельче, а с ним иссякаю и я, к большой радости этих гадких бельвизов. Я хотела найти себе новый дом в одном из больших пресноводных озер, но долго я без воды обходиться не могу, а эти злыдни не дают мне пройти. Но, может, с твоей помощью мне удастся добраться до озер? Так ты поможешь мне еще раз? Пожалуйста, я буду следовать за тобой сколько смогу. Так, ну надеюсь, ее не шлепнут по дороге. Наверное, надо было сперва зачистить лодку, а уже потом ее водить. У нее как-то потихоньку вроде повышается здоровье, но... Вот о чем я и говорю, они сразу на нее кидаются, они на меня вообще внимания не обращают. Ублюдки, мать их. Да, к сожалению, вы не смогли помочь, ей пришлось вернуться в родной пруд. Окей, ладно, сейчас все зачистим, тогда уже. Thank you.
Я руны еще вообще в глаза не видел, поэтому даже не в курсе.
Ты не можешь нести больше. А, ты имеешь в виду эти сборные, что ли? Я думал, ты про новую школу магии говоришь, которую тут добавят. Да, я снова здесь и все еще привязана к этому месту. О, неужели я никогда отсюда не уйду? Озера, у нас получилось! Ох, человек, я так тебе благодарна! Если мои сестры будут тебе враждебны, это благословение защитит тебя от их магии. Используй его с умом, если хочешь благополучно вернуться домой. Земли, которые простираются перед тобой, принадлежат богине. Не советую тебе туда идти.
какая-то новая сущность вроде как. Thank you.
все моя вина. Я всех ненавидел, хотел сбежать. Я думал, что сектанты помогут мне, сделают меня могущественным. А еще я думал, что отец и все остальные их просто не понимали. Вот ублюдка наша их. Как не понимали меня. Но они и правда оказались злыми. Когда я отказался предать свой народ, они решили принести меня в жертву нерти. Я обязан тебе жизнь. Я вернусь к отцу и попрошу прощения. Но умоляю, не рассказывай никому, каким я был идиотом. Не хочу, чтобы они знали. Yeah!
Что это за рандомные звуки постоянно? Кто-то чмокает, чавкает, блядь. Вообще не к селу. Привет, чужеземный воин. Говорят, ты ищешь боевой славы? Отлично. Германцев на наших границах хватит на всех. Клянусь Таутатисом и Лицетиосом. Иди, воин! Спасибо! Благодаря тебе мой сын в безопасности. Мы с ним все обсудили. Теперь я понимаю, что не стоило так на него давить. Что ж, поищу кого-нибудь другого, кто захочет продолжить мое дело. Внезапно мне дали сетовую шмотку. Но не новую, что тоже довольно печально. Я уже начинаю сомневаться, что они какие-то легендарки завезли сюда. Thank you.
Окей, буду знать. Thank you.
не можешь поднять больше. Инвентарь полон. Yeah.
Ты не можешь это нести. Ты не можешь это нести. Ты не можешь нести больше. Ты не можешь поднять больше. Инвентарь полон. Thank you.
Спасибо за совет, но я просто еще банки с маной особо не собираю, поэтому все-таки приходится выбирать. И с реликвиями то же самое. Ты не можешь это нести. Инвентарь полон. Ты не можешь поднять больше. Тебе, наверное, известно, что король Гильфи знает асов не понаслышке. Говорят, в свое время они не раз его обманывали. Однажды, много лет назад, он влюбился в одну странницу. В обмен на свое расположение она заставила его пообещать ей столько земли, сколько она сумеет вспахать за сутки на четырех валах. На самом деле это была Асинья Гевьон, богиня урожая. А валами были четыре ее могучих сына, которых она родила от великана. Весь день и всю ночь они пахали землю и оставили такую глубокую борозду, что на этом месте образовалось озеро Венерн.
Они отделили эту землю от королевства Гильфи и перенесли ее в море. Так получился остров, на котором мы сейчас стоим. И был он тогда точно такой же формы. Да, я отвечаю за погрузку на этом корабле. Но что-то мне кажется, что мореходство все же не для меня. Только посмотри на этот шторм. Хотя, может, я все-таки сумею тебе помочь. До свидания. Да, как же мы часто бываем в Скандинавии. Туда везем меха, янтарь, обратно ткани и еду. Но сегодня мы никуда не плывем. Только погляди, что творится в море. Не иначе кто-то из богов лютует. Может, Тор и впрямь на нас прогневался? Нет, на этот раз придется переждать. Проклятые тролли. Инвентарь полон.
Ты не можешь поднять больше. У тебя получилось? О-хо-хо! Мое пиво! Ты просто чудо! Минуточку. Знаешь что? В пекло, Шторм! Видали и похуже. Можем хоть сейчас отправляться, если хочешь. Кара любит смелых. Yeah.
Ну вот, у нас все-таки получилось. Двор Гильфи на той стороне побережья. А если хочешь отправиться еще дальше на север, ищи моего брата Нидбальда. Он знает дорогу. Еще что-нибудь? Клянусь Таутатисом и Лицетиосом. Привет. Не интересуют настоящие кельтские пледы? Волшебными свойствами они, конечно, не обладают, да и красителей у нас немного. Но ты только погляди на эти узы. Финикия? Нет, не слыхала. Но откуда у такого мерзкого создания, как улитка, такой красивый цвет? Васильки дают ярко-синий цвет. Тебе удалось убить всех четырех древних шаманов Нерты. Друиды говорят, что даже тут земля сотрясалась от ее ярости. Герой, я не ошибся, когда доверил тебе это задание. Надеюсь, ее жуткий культ нас больше не потревожит. Теперь они дважды подумают, прежде чем связываться с Тевторигом. Да, я капитан. И нет, никуда я не поплыву. Постой, это не тебя ли привез в Отбаль? Он рассказал мне, кто вернул ему пиво. Может, ты мне добудешь немного? Хотя нет, постой, мне бы настойки. Принеси мне настойки из шишек, вот тогда поговорим о переправе. Thank you.
приходилось слышать песни, в которых поется о тебе, убийца тысячи чудовищ. Это честь для меня. Ты герой нашего мира. Правда, есть и другие миры. Жизнь здесь непростая, но я не жалуюсь. По крайней мере, не жаловалась, пока на нас не начали нападать наши же боги. А ведь король предупреждал нас, что им нельзя верить. Когда-то и в моем роду был король. Великий король, так его звали. Последний из потомков самого Фрейра. Давно это было, но видишь эту фибулу? Я получила ее от своей бабки, а та от своей бабки. Вот это, гляди, был его знак, я так думаю. Конечно, мне никто не верит, иначе ко мне бы относились по-другому. Ха, все говорят, что его род прервался, но я уверена, что если хорошенько поискать в его кургане, можно отыскать массу вещей с таким же знаком. Хотя я, конечно, туда не пойду. Может, я и старею, но еще не выжила из ума. У тебя есть что-то для нашего короля? Это что, цветочек? Ну, проходи, раз так. Но если ему не понравится, пеняй на себя! Возможно ли это? Ты наш обещанный воин? Герой с юга? Победитель титанов и богов? Когда моя дочь отправилась тебя искать, я не верил в твое существование, но вот ты стоишь передо мной во плоти, да еще и с силой Нерты. Ты несешь нам благословение, герой, а может и спасение. Я всегда считал, что личное войско Одина состоит из героев. Но теперь Эйнхерии уничтожают наши поселения и убивают наших воинов. Боюсь, асы снова меня обманули. И на этот раз им нужно мое королевство. А может, и все наши земли. Но если правильно применить магию Амелы, она поможет нам защитить королевство и отправить их туда, откуда они пришли. Но это не все мои тревоги. Моя дочь все еще не вернулась. Если она действительно собиралась действовать так, как ты говоришь, то пришла бы домой еще несколько дней тому назад. Илва – талантливый капитан и прекрасный боец. Но она также главная цель моих врагов. Пересечь полмира, чтобы отыскать тебя – и пропасть у родных берегов. Боюсь, ее могли похитить. Или того хуже. Ладно, господа, на сегодня закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всем пока.